Дорогі друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами спробуємо з'ясувати, чи можуть знайти порозуміння між собою чоловік та жінка. А вирішувати це складне питання ми з вами будемо за допомогою нашої сьогоднішньої гості, практичного психолога Олени Кітриш. Елена Прекрасная, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады видеть вас в нашей студии, тем более, что мы с вами поднимаем очень серьезные вопросы, которые, я надеюсь, телезрители помогают и вам тоже найти свое место в жизни, а главное, комфортно себя чувствовать в этой жизни. Правда, Елена? Да. В принципе, это возможно. Но сегодня тема нашей беседы – могут ли человек, мужчина и женщина найти все-таки общий язык? Наверное, в принципе, могут, потому что сколько существует человечество, столько существуют и мужчина, и женщина. Но как, чтобы эти добрые отношения были действительно звучали гармонией? Наверное, самый лучший пример – это брак. Да? Да, а вот да. Что такое брак? Брак, Анеточка, это работа. Это огромная работа двоих людей. Без работы брака не будет. 100% разводов начинается со дня свадьбы. 100% разводов начинается именно со дня свадьбы. Потому что до свадьбы как? Мужчина и женщина, гормональная любовь, все в розовом цвете, да, конфеты, букеты. Вот. А когда они женятся, они только начинают узнавать друг друга. Именно поженившись. И даже не через там, 2 недели, через месяц. Это может длиться 3 года. 3 года гормональная любовь у нас длится именно 3 года. И через 3 года люди начинают узнавать друг друга. И понимают, что я не в том месте, не туда я попал. Вот. И именно это понимание мешает найти гармонию между мужчиной и женщиной. Понимание. Знаете, как в каком-то фильме сказали, счастье, когда тебя понимают. Это огромное счастье. Когда человек может быть самим собой в браке. Брак – это великий сыщик. Сыщик? Сыщик, да. Который раскрывает все недостатки, какие есть у человека. У нас у каждого есть достоинства, у каждого есть недостатки. Это нормально. Мы несовершенны, мы работаем, да, стремитесь к совершенству. Все равно вам его не достичь. Вот. Поэтому, когда человек не может быть в браке с самим собой, начинаются проблемы. Елена, вы сейчас сказали, что брак все-таки в первую очередь это работа. Да. Да, это тяжелый труд. Да. Двух людей, которые строят свой дом. Но, как известно, дом строить – это ломать не строить. Да. То есть строить для того, чтобы хорошо построить, да, телезрители, для этого нужны годы. Но как за эти годы не растерять любовь? Пожалуйста, ваши рекомендации все-таки людям, которые создают семью, которые создали семью и которые проживают в браке уже немало лет. Анеточка, смотрите, мы сначала должны выяснить анатомические, да, различия мужчины и женщины, биологические. И сегодня мы поговорим о структуре мозга, потому что у мужчин и у женщин по-разному устроен мозг. Мы не можем прям вот так вот без конфликтов прожить, потому что совершенно у нас разная структура. Мужчины больше аналитичный ум, да, логическое мышление. У женщины больше эмоциональное и чувствительное. В 1990 году была такая декада мозга, когда много исследователей занимались именно мозгом и пытались выяснить, одинаковый ли мозг у мужчины и женщины, либо он отличается. Даже вот. Навскидку, все-таки отличается. Если отличается, даже навскидку. Отличается, да. Мозг мужчины на 100 граммов тяжелее. На 4% у него больше нервных клеток. Вот. У женщин меньше немножко мозг, но у женщин два полушария, да, у мужчины и женщины, они соединены мозолистым телом, мозолистое тело между полушариями. И вот у мужчин оно меньше, а у женщин больше. И проводимость у женщины между полушариями больше. Больше проводимости. Гибче, да? Да, гибче. Женщина мыслит и левым, и правым полушарием. А мужчина больше мыслит односторонне.
односторонняя. То есть вот. Сначала левым, либо левым, либо правым полушарием, потому что вот эта соединительная ткань, мозолистое тело, она неравномерна, она не одинаковая. Да, и в этом большая причина, в этом большая, вот, казалось бы, да, такая вот мозолистое тело, соединительная ткань, но оно так влияет на гибкость мышления, на образность мышления, и отсюда мужчины – анализаторы, а женщины – больше эмоциональный тип, больше эмоции проявляют. У мужчины мозг, он структурирован как по полочкам. Да. Как библиотеки, как, книги да. стоят и в библиотеке по полочкам, да. У каждого мужчины мозг создан с коробочек. С коробочек? Ну, мы сегодня говорим образно, обобщаем, понятно это. С коробочек. Коробочка для детей, коробочка для жены, коробочка для работы, коробочка для денег. Коробочка для тещи. Даже такая коробочка. Да, забота да, изолента и спрятанная поглубже. Вот. Понимаете, есть еще у мужчины пустая коробочка. Может быть, это как черный ящик? Возможно, которую он холит и лелеет. Это его любимое место, пустая коробочка. У женщин пустой коробочки нет. Ну, конечно, она сразу заполонит, заполнит эти коробочки всем, чем можно. И вот были исследования. Мужчина может думать ни о чем. 70% его мозга может отдыхать, работает только 30%, и при этом, представьте, мужчина дышит. У женщины работает 90% мозга, только 10% мозга может отдыхать. Женщина постоянно думает, в ее голове может быть 4 разных мысли, 4 раз совершенно разных, а мужчина нет. Он холит или леет, любит эту коробочку, и он может в нее погружаться. Вот вспомните, когда мужчина едет на рыбалку, да? На охоту. Да, на охоту, на рыбалку. Еще куда-нибудь да, едет. И он может, часами сидеть. Он может там часами сидеть. Это он как раз погрузился в свою пустую коробочку. Пустую коробочку. У мужчины мозг как лазерный луч. Как... Он сосредоточен на одной точке, да? Почему мужчины лучше всегда, даже в женских профессиях мужчины лучше? Например, дизайнеры, парикмахеры, да? Повары, портные. Портные, вот смотрите. Ой, вообще, вот вы мужчины, вы по-честному, вы лучше во всем, работаете лучше вы. А мы просто будем украшать вашу жизнь, дорогие мужчины. Ну вот, что нам видите, работать, они все равно лучше. Нет, вы знаете, это немножко лучше, мы равноценны. Нельзя так говорить, мужчины лучше или женщины лучше. Нет, не в этом суть, мы равноценны, мы не можем друг без друга. Просто нам тяжело понять из-за этих маленьких нюансов, да, в коре головного мозга. Нам тяжело друг друга то понять. То есть физиологические особенности и различия мешают нам найти, мешают, да, общие найти точки соприкосновения. Общий язык. И вот если сейчас телезрители будут знать, что у мужчины есть пустая коробочка, то, что он любит погружаться в ничто, думать ни о чем, женщина, к сожалению, не может, и она завидует постоянно мужчине, что «ага, у тебя есть пустая коробочка», кто, конечно, уже знает эту информацию. И вот когда мужчина сидит и задумался, женщина подходит к нему и думает, что сейчас как раз момент поговорить с ним. Он же думает о чем, а мужчина в это время находится в своей пустой коробочке. И она подходит и говорит, о чем ты думаешь? Он говорит, ни о чем. А тебе? Короче, ни о чем. Она начинает приставать. Не может быть, не может мужчина, вообще человек не может ни о чем не думать, потому что она же постоянно думает. Думает и он так же. Ну, да? Да. Он говорит, да правда я ни о чем не думаю. Вот, и женщина обижается, она не верит в это, что мужчина может ни о чем не думать. Милые дамы, когда мужчины сосредоточены, когда вам кажется, что они задумчивы, они могут отдыхать, потому что ихние дни наполнены до отказа, ихние дни. И ихний мозг работает вот так вот точечно, лазерно, как луч. Поэтому они много энергии тратят на одно дело,
Мы больше эмоциональны, мы больше мыслим правым полушарием и левым, и правым, потому что соединительная ткань у нас мыслим работает. Мыслим всем, чем можно мыслить. Да. Что есть под рукой, тем и мыслим. Больше эмоций, больше чувств. А у мужчины больше логики, больше систематизации. Это не говорит о том, что они лишены эмоций и чувств. Также присущи мужчинам и эмоции, и чувства, но не в той степени, как женщинам. То есть женщине нужно все-таки знать главное, что если мужчина, дорогие женщины, задумался, и взгляд кота в никуда, это не значит, что он думает о ком-то, кроме вас. Да, он просто отдыхает. Мужчина таким образом восстанавливается и отдыхает. Смотрите, зрение. Да? Если вот мы сегодня говорим о голове, потому что психология – наука о душе. Но сегодня мы говорим о голове, потому что все наши проблемы в голове. Только в голове. Болезни, проблемы, думаем, мы накручиваем. И, как правило, это делают женщины. Накручивают себя и свои вот эти иллюзии, фантазии принимают за реальность. А потом вот начинается... А вот потом начинается разочарование. Да, вот это непонимание друг друга начинают выяснять, что-то там женщина себе накрутила. Вот, смотрите, дальше зрение, да? У женщины зрение острее, чем у мужчины. И у женщины зрение периферическое. Вот она смотрит и видит все вокруг. У мужчины больше зрение туннельное. Туннельное. Он смотрит вниз... Он смотрит вверх, он смотрит влево и вправо, да? А женщина, вот она смотрит, казалось бы, вперед, но она видит все вокруг. Почему во всем мире воспитанием деток занимаются женщины? Потому что она может четыре, да, делать и мыслить одновременно. Здесь она с кем-то говорит, здесь ребенок под рукой, здесь она готовит, там она уже подметает, да? И вот эта вот женщина все может. Успеть сделать. Мужчине, естественно, этого не дано. Вот, допустим, да, такой жизненный пример. Муж часто спрашивает, где соль? Да, есть же такое. Она говорит, да, поставила на полочке. На полочке стоит. Мужчина смотрит, ищет, а соли не видно. Женщина приходит, говорит, да вот же она, соль. Вот, и также точно вещи, да, мужчина ищет, он не может найти, а женщина приходит раз, потому что она вот так вот периферическим своим зрением раз все охватила, большую зону пространства, и она увидела, а мужчине нет, ему надо вот так вот рассмотреть вот туннельное зрение. С чувством, с толком, с расстановкой мужчине даже нужно найти свои носки. Да, и он думает, что женщина какая-то волшебница, нет, это не... Елена, конечно, женщины волшебницы. Волшебницы, мужчины. Да, вот мы такие. Вот смотрите, слух. Также у женщины слух острее. Она слышит лучше голоса детей, маленьких котят. Она будет общаться с подружкой, но она слышит, где там ее ребенок. Мужчине этого не дано. Если мужчина читает газету, он глух и нем. Он погружается полностью. Он полностью погружается в эту газету. Если он звонит по телефону, ему надо подготовить пространство. Ему надо все выключить, все, чтобы все молчали. Он будет говорить по телефону. И это нормально. Это правильно. Это не должно женщину раздражать. Это не должно женщину раздражать, если он подготавливает место для звонка. По телефону, чтобы все, телевизор может выключить. И вы знаете, я наблюдаю за мужем, за своим племянником. И они действительно вот так. Я говорю, Дим, тебе действительно надо все выключить? Он говорит, да, он звонит по телефону, мы все должны молчать. Он звонит по телефону. Они действительно концентрируют внимание на какой-то части своей. По телефону, значит, тишина. Они читают газету. Женщина думает, что она читает газету, слышит, где ее дети, там мешает. В сковородке но что-то, можно, да? При этом посмотреть телевизор и еще кучу дел переделать. Да, да, мужчина так не может. И она что-то говорит ему, какие-то там, да, задает вопросы, либо что-то рассказывает, а потом хочет, да, услышать какую-то реакцию, а реакции нету. Ну, потому что мужчина погружен в дело, он, да? Он погружен, и если просканировать мужской мозг во время чтения газеты, он действительно сосредотачивается на одном. Он по-честному читает газету. Он по-честному читает газету. Он по-честному не слышит и не видит. Чтобы он вас услышал, нужно, чтобы он поднял глаза
и посмотрел на вас, и сконцентрировался вот своим туннельным зрением, туннельным, не периферическим, а туннельным, посмотрел, и тогда можно уже говорить с мужчиной, рассказывать что-то. Мы знаем, что женщины любят, чтобы их слышали, слушали, высказываться, рассказывать, вот. Но, тем не менее, Елена, вы знаете, несмотря на то, что у мужчины туннельный образ зрения, да, и глядит он, казалось бы, вот так вот прямо, многих женщин раздражает то, что мужчина, идя по улице, успевает просканировать всех женщин, которые попадаются ему на глаза. И я думаю, что мужчина есть мужчина, и он всегда задержит взгляд на красивой женщине. А идущую рядом женщину это может раздражать. Анеточка, смотрите, мужчина по своей натуре охотник, охотник. А выслеживает дичь. Охотник, да, и мы не должны убивать в нем охотника. Это грубая ошибка. Лучше убить дичь, да? Это грубая ошибка каждой женщины. Ну, посмотрел он, она должна подхвалить и сказать, да, красивая женщина. И радоваться, что мужчина обращает, что он мужчина. Понимаете, что он обращает внимание на женщин. Если она убьет в нем охотника, будет хуже для нее. Для нее же, да? Для нее, да. Он самец, он охотник, у него тестостерон срабатывает. Да, мужчины замечают красивых женщин, и это нормально. Мы не должны обижаться. Это стимулирует их мужскую сферу, мужскую реализацию. Это не значит, что он завтра куда-то побежит. Нет, это совершенно не значит. Но это ихняя природа. Это уже ломать мужчину, получается. И женщина должна к этому толерантно относиться, с пониманием. Ни в коем случае не запрещать. Женщины охотники, а мужчины... мужчины охотники, а женщины собиратели. Вот. Женщины привыкли собирать. Мужчины защищают, да, а женщины что? Помогают, они ухаживают, вот, а мужчины защищают. Ну, вот такие функции. Мы совершенно разные. Сейчас наша культура направлена на то, чтобы поломать вот эти различия, сгладить как-то различия. Ну, есть такая, даже сейчас появилось выражение унисекс. Да, унисекс. Одинаковая одежда, одинаковые увлечения, мы с тобой пьем пиво с чипсами, мы там еще что-то, и как-то исчезает тайна. Да, вот смотрите, все начинается от речи. Мы говорим смелость вместо мужества, да? Казалось бы, такие простые нюансы, смелость и мужество. Потому что мужественный кто? Мужчина. В чем сила женщины? В ее слабости, конечно. В ее слабости. Да. Сила женщины именно в ее слабости. А сила мужчины в его мужестве. Вот. Мы, и заканчивая одеждой, да, вот действительно вот этот унисекс, одежда, что у мужчин, что у женщин, где-то в какой-то мере, может, это и нормально, но не должно это так вот вкореняться и, знаете, превращаться в ошибку, потому что мы совершенно разные по природе, по восприятию, по реакции на стресс, по реагированию, по обработке информации. Вот, может, вы слышали, да, женская логика. Такое понятие есть, а да? Быть, вернее, отсутствие онной. Нет. У женщины нет логики. У женщины есть как раз... Все-таки есть. Да, у женщины как раз есть женская логика. И это научно доказано. В чем она выражается? Она выражается в восприятии и переработке информации, которую она получает. Женщина очень четко, тонко понимает язык жестов. Интонацию. Женщина. Да, женщина. Интонацию, мимику, взгляд, тембр голоса. Это она все четко видит, воспринимает, и она уже знает, какое настроение у человека, кто о чем думает, кто о чем мыслит. Вот это и есть женская логика. То есть женщина способна различать полутона. Полутона, да, даже скрытые. Она способна, муж придет с работы, она посмотрит на его лицо. И она уже логически может определить, какое у него настроение, что он ей сейчас скажет. Вот это и есть женская логика, вот та, которую все мужчины хотят понять, да, женскую логику. Мужчинам, конечно, это сложновато. Сложновато уловить эмоции, так как они левое полушарие у них.
больше активное, логическое. Вот мужчине это дано в меньшей мере. Елена, ну смотрите, при том, что и мужчина это отдельный мир, женщина это отдельный мир, мы с вами на протяжении наших бесед говорим об этом, и сегодня вот коснулись физиологической части, и тоже выяснили, что таки да, телезрители, вообще и головы у нас оказывается разные, и глаза, и уши, все разное. Но тем не менее, неистребимо это тяготение друг к другу мужчины и женщины. Если исчезнет это тяготение, мне кажется, и мир перестанет существовать. А если мы так тянемся друг к другу, то все-таки мы нужно друг находить нужно общий язык. Находить. При том, что мы такие разные, а общий язык один. И не ломать друг друга. Самое главное – это не ломать друг друга. Находить гармонию – это реально. Найти гармоничные отношения и дав человеку проявить самого себя. Не ломать. Мужчина никогда не будет такой, как женщина, да, таким, как женщина. Никогда. Потому что из мужчин получаются посредственные женщины. Мы знаем сейчас время такое, что есть желание, да, как-то сменить пол. Но это ужасно, конечно. Но это, знаете, право будем, выбора, да, мы толерантно ни в коем случае, каждому. Конечно, это вот право выбора каждого человека. Но мне кажется, что нельзя идти против природы, против Бога. Да. Если Бог сотворил мужчину и женщину, то нужно. Гармония. Хотя женщинам кажется, что мужчинам легче жить. Елена, ну, знаете, есть еще один нюанс. Очень важно, чтобы молодые люди, которые вступают в брак, чтобы они начинали свою совместную жизнь, идя рука об руку по пути жизни, чтобы они все-таки понимали, что они различные, разные. Потому да, что, знаете, разные. Как часто бывает, когда женятся молодые, им говорят, теперь вы одна семья, теперь вы одно целое. То есть нет различия, нивелируется мужчины и роль мужчины и женщины с одной стороны, а с другой стороны нет, ты должен. И все, и с этого и начинается. Вот отсюда и непонимание. Угу. Непонимание. То, что мы совершенно разные. Разные во всем. Мы по-разному думаем. Мы по-разному общаемся. И вот следующая тема у нас, вот мне бы хотелось рассказать, да, потом, как мужчина и женщина общаются. Здесь тоже у нас есть непонимание. Здесь тоже у нас есть проблемы. Но все решается. Главное – любовь. Главное – терпение. Знаете, как законы физики. Их никто не отменит. Они есть, были и будут. Точно так законы есть и в отношениях семьи, брака, да. Это закон понимания, это закон терпения, это закон любви, это закон сострадания, эмпатии, сочувствия, сопереживания. Опять же, это больше дано женщине, сочувствие, сопереживание, эмпатия, так как она эмоциональная. Мужчине это дано в меньшей мере, но это не говорит о том, что он холоден. Он также может плакать, он также может чувствовать. Просто мужчины более скрытны, им тяжелее выразить свои чувства. А мы привыкли слышать, слушать, да, что я любима, что я там красивая, и разные комплименты. А мужчины более скупы на это. И это не от того, что они не хотят. Это действительно так, потому что мужчине тяжело. То есть мужчине тяжелее, чем женщине в этой жизни даже адаптироваться? Тяжело не, вот дать комплимент, выразить свои чувства. Женщина, если эмоциональная и чувствительная, вот, им это легче. А мужчинам намного тяжелее выразить свои чувства, свои эмоции. Вот они больше сосредоточены на своем внутреннем мире и вот на той пустой коробочке, которую они любят, холят и лелеют. Еленочка, у нас есть еще несколько минут, и я думаю, мы успеем услышать из ваших прекрасных уст все-таки главный совет для мужчины и для женщины. Главный совет, ну, конечно, это же любовь. Любить друг друга, принимать друг друга такими, какие вы есть. Каждый человек уникален, неповторим, уникален. И знать это, и принимать вот эту уникальность каждого, ценить эту уникальность и дарить друг другу улыбки. Улыбки. Да. Но не всегда есть повод для улыбок, Елена. Но юмор, он помогает в браке. Юмор насколько важен в отношениях, чувство юмора, чтобы разрядить атмосферу. И чтобы этим обладали и мужчина, и женщина юмором. Юмор поможет
вот сгладить вот те конфликты, поднять настроение. Не надо быть сильно вот таким концентрированным. Все-таки шутите в браке. Понимайте правильно шутки. Шутки помогут в отношениях. И все-таки скрепят эти отношения. Да, а главное, да. Что мужчина и женщина все-таки могут найти общий язык. Конечно, могут. Могут. Доказано. Научно доказано, что браки могут быть гармоничны. Могут. Это естественно, это нормально. Вопреки всем нашим разным, да, разной нашей природе, мы можем быть гармоничны в отношениях. Мы можем быть гармоничными. Елена, спасибо вам большое, друзья мои. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа, она произвела на вас впечатление, а главное, что мужчины, вы одни, мы, женщины, другие, но друг без друга жить мы просто не можем, иначе жизнь вообще прекратится. Це була розмова на тему «На все добре».